Ловцов Плим приветствует вас. Мы в Москве, и слева от меня находится станция технического обслуживания Union Motors. Данная компания осуществляет широчайший спектр услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта. Работа любой станции технического обслуживания напрямую сопряжена с проверкой силовых установок автомобиля, а значит и с запуском машины в помещении, что в свою очередь приводит к выбросу большого количества выхлопных газов, которые в свою очередь вредят здоровью персонала. В Union Motors данную проблему поняли сразу и озаботились поиском ее решения. Для данного видеоролика мы пообщались с продакт-менеджером направления систем удаления выхлопных газов арестом конечных. Некоторые станции технического обслуживания просто открывают ворота, но этот метод неэффективен. Во-первых, нет принудительного вытягивания. Во-вторых, рабочая зона персонала у нас 2 метра над уровнем пола. Все частицы газа очень тяжелые, поэтому они сначала пройдут через дыхательные пути вашего персонала, затем только будут разбавлены вентиляцией. Ну и третье, в холодный период это большие затраты на тепло и электроэнергию. Совплим за профессиональный подход. В данном автосервисе применено несколько постов обслуживания автомобиля. Именно поэтому мы предложили идеальное решение – это рельсовая система. Также мы дополнили ее термостойким шлангом, газоприемной насадкой, вентилятором и разветвителем для раздвоенных выхлопных труб. Все это было сделано для того, чтобы было как можно удобней и в нужное время подводить наш вытяжной шланг и всю нашу систему для отвода выхлопных газов. Безопасность персонала и энергоэффективность – это то, на что обращает внимание Совплим в первую очередь при реализации проектов по системам удаления выхлопных газов. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Обязательно ознакомьтесь с другими видеороликами на нашем канале, в которых мы разбираем другие технические решения для самых разных производственных процессов и не только. Мы будем рады разобрать и проработать ваши задачи. Контакты в описании к видео. Совплим. Вентиляция со смыслом.